Здравствуйте! Пришло время мариновать огурчики. Для мариновки своих огурчиков я подобрала вот такие маленькие и большие огурчики, какие были на грядке. Чтобы замариновать огурчики, нам нужно помыть бутыль. Мариновать я буду в 3-литровой баночке, бутле. На дно я положила укроп с соцветиями. 3 чесночка мне нужно, 5 душистого перца, 2 лавровых листика, 2 листика черной смородины для запаха и гвоздичка, одна штучка. И, конечно, хрен. Хрен, как правильно, не знаю. Он у меня немножко некрасивый. Поэтому я удалю листики и положу только центральный стебель. Вот я удалила листики с хрена. Поломаю его пополам и ложу в баночку. Сейчас пойдет процесс закладки для маринования. Берем листики черной смородины, я их промыла. Теперь лаврик. Душистый перчик. Гвоздичка, а чесночок я сейчас перережу. Чесночок я измельчила на такие кусочки и ложу его в баночку. Одной рукой неудобно, но я пытаюсь. Теперь мне здесь не хватает горького перчика. И так как я не приобрела вовремя горький перчик, а сейчас на улице уже поздно, я возьму маринованный перчик в уксусе. Вот такой стручок. Его можно кушать. Он обжигает немножко язычок. А можно и маринад положить, так как огурчики будут с уксусом. Один ряд огурчиков я выложила стоя. Старалась покрупнее выкладывать. А теперь вот эту мелочь я просто насыплю насыпью. Вот так. Они очень мелкие, хрустящие получатся, вкусные. Затем надо потрясти немножко бутыль. И они все хорошо лягут друг возле дружки. Вот у меня получилось 2 3-литровых бутылечка. Этот я уложила 2 ряда стоя, а сверху наложила малышей. Набросала просто. А здесь я 1 ряд уложила, а сверху малышей. Теперь что я буду делать? Теперь у меня закипел чайник. Я беру его с горячей водой и лью прямо на огурчики. И по краю банки не нужно лить, нужно на середину, именно на огурцы. Если вы польете по краю, банка может лопнуть. Ложку ставить не нужно. И заливаем огурчики кипятком. До верха. На вторую банку мне не хватит. Сейчас поставлю еще один чайник. Вот, по горлышку. Чтобы все покрыли огурчики. Теперь беру крышку. Я ее помыла средством для посуды. Просто накрываю и оставляю в этом кипятке на 15 минут. Чтобы засечь время, у меня есть на духовке таймер, и я выставляю 15 минут. Через 15 минут он мне издаст сигнал, и я буду знать. Закипел у меня чайник, и заливаем 2-й бутыль. Тоже по центру огурчиков льем кипяток. Повторяю, крутой кипяток, только закипел.
Накрывать огурцы ничем не нужно, потому что мы будем заливать его 3 раза крутым кипятком. Еще нужно заливать. Огурцы получаются очень вкусные. Способ старинный, проверенный. Попробуйте, всем нравится, кто пробует. Никто не жаловался. Поэтому я решила записать это видео. По краюшек. И накрываем крышечкой. И засекаем 15 минут. На моих часах 9 минут, плюс 5. Минут добавить и снизим. Прошло 15 минут, и мне нужно слить воду с этих огурчиков в кастрюлю для того, чтобы ее заново кипятить. Внизу огурцы еще холодные, а верх уже прогрелся. Еще раз нужно запарить. Для этого есть такие специальные крышечки пластмассовые с дырочками. Но у меня в данный момент нет крышечки, я возьму просто солью. Беру просто бутылечек, открываю огурчик. Теперь мне нужно нагреть эту воду и добавить соль, сахар и уксус для мариновки. Беру 100-граммовый стаканчик. Мне нужно взять 50 грамм сахара и 50 грамм соли, то есть по половинке. Беру соль. Вот пол стаканчика соли я наполнила. Теперь сверху насыплю сахар. Делаем маринад. И высыпаем соль с сахаром в кастрюльку, которой я буду заливать огурчики жидкостью. Здесь количество раствора на 1 бутыль. Нам нужно довести его до кипения. Кипятить долго не нужно. Доводим до кипения, заливаем 2 раз огурчики и оставляем на 10 минут. Если по какой-то причине мы не успели вовремя слить рассол первый раз или второй раз, первый раз 15 минут, но если вы продержите 20 минут, это ничего страшного. И второй раз то же самое. После того, как вода в кастрюльке закипела, я начинаю заливать рассол на огурчики. Можно сахар и соль просто насыпать в банку, а сверху залить кипящим рассолом. Тоже растворится. Рассол закипел, теперь заливаем огурчики. Когда залила 2 раз, огурчики еще должны простоять 10-15 минут. Если больше, то лучше, они прогреются равномерно. Теперь мне нужно добавить уксус. Уксус я беру 9% и наливаю. Полный 100-граммовый стаканчик верхом. Открываю крышечку огурчиков, заливаю сюда весь стакан уксуса. Вода кипит. И горячим рассолом заливаем огурцы. По самый верх, по горлышку. И быстренько накрываем железной крышкой. И 3-й раз уже не нужно больше их парить. Закатываем ключом.
Теперь берем, сливаем с этой банки огурчики. Вода горячая. Аккуратненько. Вот я пальцем придерживаю. Видно? И слила всю воду. Теперь ждем, пока она закипит. А эти огурчики накроем крышечкой. Теперь нужно налить уксус и вторую баночку закатать. Полный стаканчик сверху. Теперь выливаю в огурчики и заливаю кипятком. Кипяток крутой, я лью в центр баночки. Баночка никогда не лопнет, так как огурцы уже прогретые, и по краю банки я не лью. Как только я залила всю баночку доверха, накрываю железной крышкой и закатываю закаточным ключом. Банки я закатала ключом, нужно перевернуть их вверх ногами, чтобы посмотреть, течет жидкость или нет. Теперь нужно укутать теплым полотенцем и оставить в таком теплом месте до утра. Если вы делаете такие закрутки утром, тогда нужно оставлять до вечера. Приятного всем аппетита! Спасибо за внимание. Всем удачи, всем пока.